ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Неделя до выборов президента России. Сегодня последний день, когда избиратели могли подать заявление в избирком, МФЦ или на портале госуслуг о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации. Количество таких заявлений по всей России уже приблизилось к 4 миллионам. Где теперь можно подать заявление, расскажем в сюжете. На этих выборах впервые избиратели могут голосовать на любом участке, не получая открепительного. Новый механизм с подачи ЦИК стали называть «отменой избирательного крепостного права». Но открепиться в МФЦ или даже из дома можно было только до 12 марта. На ближайшую неделю схема меняется. С завтрашнего дня остается последняя возможность, да, и до субботы. Это можно сделать только на своей участковой избирательной комиссии, там, где, соответственно, человек голосует. На участке подать заявку в будни можно с 16 до 18 часов, в субботу с 10 до 2 дня. Вся информация передается по каналам «Газвыборы». И в день голосования, 18 марта, человеку нужно просто прийти на обозначенный в заявлении участок и отдать свой голос. В этом случае нужен только паспорт, либо документ его заменяющий, в случае, если паспорт на обмене находится, там, или соответствующая справка из ФМС с фотографией. Если остались вопросы о выборах, ответы дадут в участковых избиркомах. Также напомним, что продолжаются поквартирные обходы. Члены комиссии напоминают важную информацию. Это связано исключительно с тем, что у нас очень многие избирательные участки претерпели изменения. Границы избирательных участков изменились, соответственно, у некоторых избирателей изменились их участковые избирательные комиссии и место голосования. Члены избирательных комиссий еще раз обозначают адрес участка для голосования, вручают информационный бюллетень и значок на память.